все дают скидки. На, бери. Но только на ограниченный пол. А если вы хотите больше, больших скидосов не ждите. Застройщики жадные, они вас не любят. Хватит меня троллить. Я делаю контент для вас. С наступающим вас. Всем привет! Это видеоблог «Хочу квартиру». И я, Никита Журавлев, рассказываю здесь вам все, что происходит в мире новостроек. Цены, факты, ну и вообще какие-то события. Сегодня мы будем говорить о скидках. Продолжать говорить о скидках. И сегодня в нашем телевизоре поле зрения «Новая Москва». «Новая Москва». Что же у нас в декабре дает «Новая Москва» по скидкам в новостройках? И сегодня мы об этом поговорим и озвучим, кто и что дает. Поехали! Новая Москва, скидки на новостройки. Напоминаю, BNM Pro Сергей Лобженидзе прислал мне 400 проектов по московскому региону. И говорит, на, бери и смотри, что там есть. Москву мы озвучили на прошлой неделе, вот здесь вот эта скидочка, а сегодня Новая Москва. И сегодня в нашем поле зрения 25 проектов по Новой Москве. И что мы видим? Что всего лишь 4 проекта в Новой Москве не дают скидки. А остальные все дают. Скидки у них там 4, 5, 6. Ну, собственно говоря, все дают скидки. До 3% вы можете вырубить у любого менеджера по продажам в новостройке. А если вы хотите больше, то напоминаю, нужно идти к директору по продажам и доводить разные, приводить аргументы, факты, почему он должен вам дать скидос там 5, 7, 10% не дадут. Но! Мы выбрали из 25 проектов по Новой Москве ребят, которые могут вам дать до 10% скидку. Больших скидосов не ждите, застройщики жадные, они вас не любят и не дадут. Итак, напомню, Сережа Лобженидзе – это главный цифровед по новостройкам. Сережа попросил не выкладывать всех, он мне предоставил, собственно говоря, этот список. И если у вас есть вопрос по конкретному какому-то объекту в Новой Москве, вы напишите в комментарии, а я отвечу вам, сколько там можно попросить скидку на конкретный проект. И да, в нашем ореоле компании ПИК не присутствует. Жилой комплекс Баркли, Медовая долина. У них можно вырубить 10% скидки на ограниченный пул квартир. Они, конечно, говорят, скидки 2,5-3%. Но если вам очень нравится Медовая долина, идите туда, но я бы посомневался. Новая звезда в Новой Москве дает у нас 12%, до 12% скидку. При пакетной покупке квартиры плюс машина место плюс кладовка вы можете попросить 12% скидку. Новая звезда. Калипсо! Калипсо 3! Калипсо 3 вы можете попросить скидку. До 12% дают. Но только на ограниченный пол. Румянцево парк. Румянцево парк, скидки. До 10%, дорогие друзья, при оплате 100%. А что такое 100% оплата? Это ипотека, либо 100% оплата. Поэтому Румянцево парк можете попросить 10%. Что мы видим? Мы видим хорошие скидки до 10% в компании А101. Скандинавия. Испанские кварталы 2. Они дают до 10% скидку. Поэтому вы спокойно можете запросить в испанских кварталах 2, в Скандинавии. Это проекты А101. Прийти и попросить до 10. Там, конечно, ценник перегрет, поэтому они смогут вам какой-нибудь сейл сделать. У нас есть кто? Лидер. Лидер нашего сегодняшнего скидоса – Аквилон Парк. Аквилон Парк, он дает вам скидки 18% на все квартиры при 100% оплате или ипотеке. При рассрочке он дает скидки на повторную покупку 1000 рублей на каждый метр. Скидка 30 тысяч рублей для сотрудников компании «Газпром», «Сбербанк», «ВТБ», «Санкт-Петербург». И если вы являетесь сотрудником «Газпрома» или «Сбербанка», или «ВТБ», 30 тысяч рублей. У нас лидер «Аквилон Парк» по предоставлению скидок. Если вы хотите вымутить себе большую скидку, то идите туда. Дорогие друзья, спасибо, что вы посмотрели этот выпуск. Спасибо, что вы были со мной. Поставьте, пожалуйста, лайк. Ну, либо дизлайк, вы так это любите делать. Пожалуйста,
хватит меня троллить. Я делаю контент для вас. У нас много задумок на следующий год. Поддержите нас, пожалуйста, подпишитесь, и мы будем вас радовать в каждом новом выпуске. А на сих пока, с наступающим вас Новым годом! Берегите себя и улучшайте свои жилищные условия. Пока!